Снеговик большой-пребольшой подарок. Снеговик. Сегодня у нас... Что у нас сегодня? Снеговик. Да, это у нас снеговик Олаф из фильма, мультфильма Frozen, или же Холодное сердце. Мы будем открывать этого снеговика и будем с ним играть. Давай покажем, что он за снеговик. Вот, у нас вот такая вот игрушка. У нас уже настроение такое новогоднее. Снеговик, я думаю, как раз вот в тему, чтобы вспомнить старый наш русский Новый год. Мама, открой мне. Когда был снег, было холодно. Вот, поэтому мы откроем вот такую штучку со снеговиком Олаф. Я не могу. Олаф. Олаф. Его зовут Олаф. 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 Он вот такой вот смешной снеговик из мультфильма. Он очень веселый. Посмотри, какой снеговик. Да, а внутри у нас игрушка. Боже. Давай ее откроем. О, смотри, тут зуб торчит. Да, давай откроем смотри, эту игрушку. Смотри, торчит зуб у снеговика. Да. Торчит зуб. Вот так. Ну, распаковываем. И сейчас будем с тобой играть. Ура! Ура! Интересно, как в него играть? Там, короче, да я покажу. Вот там такой снеговик. И что там будет? А! Его нужно... Короче, если он вылезет из этой бочки, то я так понимаю, что ты проигрываешь. Или наоборот. Сейчас посмотрим. У нас вот такие вот наклейки внутри. Жень, ты видел наклейки разноцветные? Или что это? Не знаю. Там снежинки всякие. Что еще? Ага, что там внутри? О, вот и бочка. Вот же бочка, Жень. И смотри. Что еще там? Смотри. А, вот эти палочки. О, за ним. Вот эти палочки, они вставляются сюда. Вот. А туда одевается, я так понимаю, Олаф. А где Олаф? А где Олаф, Сан? Доставай скорее. А, вот же Олаф, я его нашла. Давай, покажем. Распаковывай. Он забыл. Да, доставай, Олаф. Хорошо, доставай. Все, там пусто. Может, ничего нет. Я закрою. Чтобы все видели, что мы открываем, я просто поставлю сюда. Что там? А, тут даже вот есть написано вон фильм Frozen. То есть у нас вот таких много палочек, их нужно всех достать, Жень. И на каждую палочку наклеить такую вот наклеечку для красоты. Будем клеить? Да, будем. Ой! Ой, куда? Ставим туда Олафа как-нибудь. И потом будем играть. Да, я не могу достать. Да, давай. А что там можно делать? Да. То есть он как-то вовнутрь вставляется. Мы сейчас инструкции прочитаем. А где инструкция? Он туда так вставляется. А где инструкция? Опа! Привет! Меня зовут Олаф. А тебя как зовут? А тебя как зовут? Женя! Привет, Женя! Ладно, давай подготовим игру и будем играть. Хорошо? Вот, мы достали все вот эти палочки. Вот у нас столько палочек. Вот, а сейчас Женя будет клеить наклеечки на эти палочки. У нас вон наклеечки. Покажи, как ты делаешь. Вот мы берем наклеечку на. Угу. И... Ну-ка, получилось? О, какой ты молодец. Ну-ка, покажи всем. Что у нас получилось? Здесь. Да, у нас получилась такая хорошенькая палочка, которая будет вставляться в эту бочку. Еще одну фиолетовую. Чтобы играть в эту игру. Еще одну фиолетовую. Давай. Мы сейчас закончим все эти палочки подготавливать, а потом начнем играть. Надеюсь, будет очень весело. Да, надеюсь. Как ты думаешь, веселая будет игра? Надеюсь. Я думаю, должно быть очень смотри, весело. Получился лолипоп. Получился лолипоп. Ну-ка. Такой. Да. Его надо вставлять.
Угу. В дырочку. Как лолипоп получился. В дырочку. Опа, вот так, да, еще да. Еще да. Один флет. Давай все подготовим, а потом попробуем игру. Еще флет. Ага, хорошо. Ты все сделала? Я все сделала. Ну что, наш снеговик готов. Он в своей бочке. Бочка, мама, бочка, бабочка, бочка, бабочка. Мама, 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 монстр, мама, монстр, мама, монстр, монстр, мама, монстр. И давай играть. Все. Так, что у нас есть? У нас есть монстр, у нас есть такие. Подожди, мы еще не играем. Палочки. Теперь что мы делаем? По очереди, слушай, Жень. По очереди мы вставляем палочку в бочку Олафа, и тот, кто вставит палочку, которая заставит Олафа вылететь из бочки, тот проигрывает. Договорились? Да. Давай, начинай. Так, вставляешь. Оп, все, только чуть-чуть. Теперь моя очередь. Куда? Я сюда ставлю. Сиди. Теперь ты. Нет. Привет всем. Ну, все за мной говорит, Жень. Привет. Так вот, мы собрали нашего Олафа. Получился вот такой вот, в такой вот бочке. И теперь мы начинаем играть. То есть мы по очереди вставляем вот такую вот палочку. Это называется кусок льда, я так понимаю. Это кусок... Это льдинка такая. Мы вставляем вот такие вот дырочки, которые здесь разные расположены. И тот, кто заставит Олафа выскочить из бочки, тот проигрывает. Да. Давай. Женя ходит, ты покажи, ты вставляем сюда. Опа, вставил. Теперь я вставляю мою штучку. Куда я буду? Я вот сюда поставлю. Оп. Он еще сидит, не выпрыгивает. Теперь ты вставляй. Опа, теперь я. У меня синяя будет. На флет. Я вставлю вот сюда. Я вставлю вот сюда. Оп. Сидит, сидит еще. Смотрите, он до сих пор еще не выскочил. Вставляем. О, теперь я. Моя очередь, Жень. Все, моя очередь и твоя очередь. Не, мы по очереди. У тебя больше шансов проиграть, если ты будешь ходить два раза подряд, Жень. Давай теперь я. Почти, давай еще. Ну-ка, моя очередь, да? Да. Смотрите, сколько много мы уже вставили. Вот, и до сих пор он не выскочил у нас. Но я думаю, сейчас уже выскочит. Так. Оп, теперь ты. Смотри, до сих пор он не выпрыгивает. Так, теперь я. Какая-то из этих дырочек, она должна активировать нашего Олафа. Он должен выскочить оттуда. Ставил? О, сколько много! Теперь я. О, да что это такое? Мы уже почти все вставили. Ну-ка. Теперь я. Фиолетовый. Так, я еще сейчас возьму. Вставляем. Ты показывай, где ты вставляешь. Показывай всем. Ну-ка, вставил. До сих пор он не выпрыгивает. Теперь я. Вот сюда вставляю. Я так испугалась! Я так испугалась! Я проиграла! Жень, ты выиграла? А я выиграла. Молодец! Вот такая вот игра. Очень, очень весело, но я немного испугалась, если честно. Женя, мне кажется, вообще не испугалась. Да. Мы сейчас еще раз сыграем. А мы пока с вами прощаемся. Мы-ка, пока! Пока! До скорой встречи! Мы вас любим! Муа! Муа!